Всем привет! Сегодня очень необычный формат видео. Давайте коротко объясню. В общем, решил провести эксперимент. У вас есть возможность теперь посмотреть на 360 градусов. Так что, если вы смотрите с телефона, кладите пальцы на экран и начинайте вращать куда угодно вообще, куда ваши глаза глядят. Если вы смотрите с компьютера, то мышка и курсор вам в помощь. Вот такая красота вокруг меня. Это Юта. Это, конечно, не Гранд Каньон, но все же. Здесь очень красиво, завораживающе. Сейчас маленько здесь погуляю, и мы с вами поедем дальше. В общем, впереди у меня штат Юта, дальше Колорадо. Будет много интересного. Так что оставайтесь на связи. Продолжайте смотреть. Ну и хотелось бы, конечно, иметь какую-то обратную связь с вами. И напишите в комментариях вообще, как вам такой формат видео, насколько это интересно. А я уже, прочитав все ваши комментарии, буду понимать, стоит ли снимать дальше в таком формате или нет. Ну что, отдохнули, погуляли, перекусили. Время двигаться дальше. Погнали. Да, и не забывайте крутить головы по сторонам. Виды здесь шикарные. Я свернул с основной дороги, надо заскочить на заправочку, отзаправиться. А то впереди Колорадо, там кроме гор нет ничего. Вот, в общем, сейчас заправлюсь, а потом поедем дальше. Тут такой маленький городочек, и здесь очень много останавливается дальнобойщиков и путешественников. Вот справа сейчас проехали. Большой такой дом на колесах. На таких путешествует вся Америка. Вообще, в Америке для путешествий есть все вообще абсолютно. То есть, это, не знаю, наверное, самая благоприятная страна для путешествий. Чтобы путешествовать на машине, зацепив с собой трейлер, так как... Я понял вас. Имея такой дом на колесах, можно приехать в специализированный RV-парк, это называется, вот, поставить
оплатить стоянку, место и загнать его там на определенное место. Да? Это парковка, которая включает в себя вот как раз таки рассчитана на такие кемперы. Там есть вода, слив и электричество. То есть это все подключается, и этот дом становится полностью автономным. Так как в этом доме есть кухня, туалет, ванны нет, душ, полноценные комнаты. Вот. И ты можешь чувствовать себя вполне спокойно. А тем временем просто отцепить машину и объехать все парки, все интересующие вас места. Очень здорово, на самом деле. И этих трейлеров просто великое множество, их не пересчесть, потому что они бывают и совсем маленькие, и крошечные, вообще там рассчитанные только на спальное место, на одно, на два. Также уже включают в себя кухню, там какую-то мобильную, она есть выдвижная, которая открывается только когда ты стоишь на улице, или это все дело находится внутри. Компоновка может зависеть трейлера, я не знаю, то есть от желания владельца. Обычно их собирают вообще, то есть так штампуют, и ты уже приходишь, выбираешь то, что есть. Но если ты прям хочешь прям вот такую комплектацию вот специальную, то есть под себя, да, сделать, конечно, можно оформить заказ, и там будет все так, как вы хотите. Там будет ламинат, или там будет паркет, как бы это ни звучало, там будет кафель, там будет кухонный гарнитур того цвета, которого вы хотите, техника та, которую вы хотите, спальное место, то есть будет то, какое вы хотите, и опять-таки компоновка этого трейлера будет точно такая, как вы захотите, то есть сколько там нужно будет спальных мест, 4, значит будет 4, 6, 6, 8, да без проблем, любой каприз за ваши деньги, как говорится. Так, ну а пока я с вами болтал, я доехал до заправочки. Сейчас быстренько заправляюсь. Вот она здесь, слева. И едем дальше. Так, это не конечное, прошу далеко не расходиться. Через 5 минут поедем дальше. Заехал я, короче, в Колорадо, и впереди у меня весовая станция. Сейчас посмотрим, какой сигнал мне дадут сходу. Зеленый или красный? Как думаете? Я не знаю тоже. Но. Зеленый. Красота. Вот сейчас справа будет сама весовая. Сейчас покажу. И дело в том, что это самая, не побоюсь того слова, конченая весовая вообще на всей дороге, по всем дорогам США, которые я знаю. Дело в том, что когда я только начал работать, меня здесь остановили на проверку. Вытряхнули, перетряхнули мне весь грузовик, все документы, проверили просто. Все, что можно было. Вот с правой стороны мы сейчас проезжаем. И у меня такое впечатление, от них осталось неизгладимое, неизменимое впечатление плохое, что вот всегда, когда проезжаю эту весовую станцию, всегда думаю, как, какой сигнал они мне дадут. Дело в том, что у нас есть припас. Припас это такой, не знаю, как его обозвать по-русски, это, блин, предмет. В общем, вот он на стекле беленький висит, короче. И он работает. У него есть обратная связь с весовой станцией. И когда я проезжаю, там стоят специальные датчики, и на весовой инспектор видит,
что к ним приближается трак такой-то компании, и он уже решает дать ему на проход зеленый сигнал, и я тогда могу не заезжать, а проехать мимо. Либо дать красный сигнал, чтобы я заехал на весы, и он меня может остановить, проверить там вес, нагрузку между осями, может запросить документы на груз, на трак, на трейлер, на как бы провести инспекцию. Если надо, даже при необходимости, они могут вскрыть трейлер. Вот. И, в общем, вот эта весовая, она вот такая, вот она самая вредная, ну, вот на моей памяти, по крайней мере. Не люблю, короче, я здесь вот ее, прям очень сильно не люблю. А они не любят нас, ну, водители дальнобойщиков, и это они говорят, не стесняются. А я им один раз, вот когда вот меня там сильно тормошили, я им сказал: ребят, вот я говорю, что какие-то проблемы, он говорит: да, я, говорит, вас не люблю, говорит, потому что вы, говорит, да потому что вот такие сики, короче, я вас не люблю. Вот, я говорю, ну ладно. Я говорю, мы делаем общее дело, но если ты, говорю, не любишь дальнобойщиков, то тогда прекрати ходить в магазин и покупать продукты. И все. Ну, наверное, я все-таки подлил масло в огонь тогда. Вот. Ну, короче, что было, то было, это было давно уже, и неправда. Сейчас у меня был зеленый. Все отлично, продолжаем движение. Впереди Колорадо, горы, красота. Вообще, едем. Тем временем у нас начались горы. Вид, конечно, потрясающий вообще. И зимой, и летом. Просто сумасшедший вид. Я знаю, что камера не передает это, а эта камера тем более. Но пришлось маленько пожертвовать качеством ради того, чтобы вы могли самостоятельно, так скажем, покрутить картинку в разные стороны и посмотреть и влево, и вправо, и вперед, и назад, и везде. Надеюсь, хоть что-то вы увидите. Да, и пожалуйста, прям очень интересно, как вам такой формат видео? Напишите, это же не сложно, недолго. То есть, а мне будет приятно и полезно знать.
друзья мои, на этой точке заканчивается наше путешествие в режиме 360. Я надеюсь, вам понравился данный формат видео. Я заранее извиняюсь за качество съемки. Камера, которой я пользовался сегодня, слегка не оправдала мои ожидания. Но все же, пожалуйста, напишите ниже, насколько вам понравился данный формат видео. Было ли это интересно? В свою очередь, я благодарен вам за то, что вы провели сегодня этот день со мной, посмотрели, как проходят мои трудовые будни. Вы увидели дорогу, вы увидели красоту Штатов, Юты и Колорадо. Пишите ниже в комментариях также, какие штаты вы хотели бы увидеть еще, возможно, какие-то города. Я, в свою очередь, постараюсь вам это дело организовать. Ну, а на данный момент я должен ехать дальше. Время не ждет. Огромное вам всем удачи. Спасибо. До скорых встреч.